Камеры безопасного города помогли установить обстоятельства ДТП. 4 октября 2023 года в 12 часов 05 минут в городе Калининграде по улице Киевской около дома 50Б со стороны улицы Тихорецкой в направлении улицы Маршала Новикова двигался автомобиль марки Toyota под управлением 32-летнего водителя, который при повороте направо не уступила дорогу пешеходу, пересекавшей проезжую часть, вследствие чего допустила наезд на 85-летнюю пенсионерку. Со слов водителя, она не увидела пешехода из-за стойки с правой стороны по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Уважаемые участники дорожного движения, будьте крайне внимательны и соблюдайте правила дорожного движения.